Так, смотрим наше видео. У нас тут ночной кинотеатр. Очень классно, кстати говоря, смотреть на телевизоре в наше видео. Жалко, что... Вот, взяли сегодня такие семечки. Самые вкусные, Сан Саныч. Кто из Украины, тот знает. 47 гривен такая пачка. Это... Ну, евро, там пусть 20 центов, 10 центов, 170 грамм. Настя тут читает украинскую литературу. Так. Так, так, ну, цікаво. Да, Кутлярецкий, Корота. Так, что я буду читать, наслушиваться. Мама смотрит какие-то мелограммы постоянно. Литература. Подожди. Единственная радость, вот эта маленькая булочка. Сейчас она такое будет делать, сейчас вы будете в шоке. Хватит. Ты моя певица. Потому что сейчас поешь. Молодец. Напишите, как вам пение моей Монечки. Вы в шоке, как она классно поет песни. Ты умничка, Моська. Седая мордочка моя. Старушечка ты моя, тебе уже 9 лет. Да, моя колбаска сладкая. Такая маленькая кнопка, да? Молодец. Пишите, как вам понравилось пение. Всем привет еще раз. Сейчас мы будем идти в магазин, потому что сегодня к нам приходит папин брат. Мы будем отмечать прошедший юбилей моего папы. Что? В гости пошли. Да. И будем делать что-то интересное. Сейчас вам буду показывать. Судя по глазам, конечно, особенно моим, можно понять, что я... Вообще я не выспалась, такие уставшие или какие-то уже, что ли, приболевшие. Я не спала, да, практически, ну. Это нормальное явление после поездки, опухлась, это что все. Все, пойдемте с нами. Так, показываю вам. Это уже другая сторона. Вчера мы шли туда, а теперь это уже другая сторона этого ручейка. Тут тоже цветково-крамница, цветочки, фрукты, овощи. Это огромный секонд-хенд. Не знаю, тут, кстати, раньше даже нормальные вещи были. Хоть и секонд-хенд, ничего в нем плохого нет. Помню, штаны Nike хорошие были, качественные. Ну, можно, да. Сейчас не знаю, раньше было. Пробирка, тут пиво и всякие снеки, рыба. Рыба сушеная. Очень сидр такой. Банк, мясоруб. Кстати, мне мама сказала в мясоруб зайти, да, тут может быть мясо. В общем, нам надо мясо на шашлык. Сейчас зайдем. Это задняя часть. Помнишь, мы с тобой эти колбаски раньше? Не, Настя, жирная мясо. А вот эти вот? Цены 187, 187, 190. Чего? Там, да? Идем. Идем. Что-то тут, Настя, нельзя идти. Почему? Потому что... Я инвалидочку украсила? Да. Полуфабрикаты продают. Это магазин одежды, простор, это магазин всякой косметики, шампуней. Вот, огурцы, помидоры 50 гривен. За 50 килограмм. Гривен? Да. Это евро 50. В Германии также, Настя.
Настя, смотри, сумка Nike. А? Не поняла. А, да. Люди что выбирают, как-то продолжают жить. Я так горжусь нашим народом, я вам не передам словами просто. Это люди просто герои, которые не уезжают, да, хотя есть там, может, возможность. А они именно патриоты, и они живут, несмотря вообще, ну, ни на что вообще. Да, сейчас тут кисет, мы купим цигарки. Вот, здесь этот Салтовский мясокомбинат, тоже мясо. Кстати, может, надо было туда зайти? Сюда? Ну, посмотреть просто. Ты когда ты смотришь за секунду, что можно вообще ничего не это. Чего ты убежала? Клюнить я вам рассказывала. Эклеры. Я не хочу снимать быстро, потому что ну, оно ж потом мотыляет. Вот, надо так прям этот. Видит, что смотрит, что смотрит, что надо. Ну вот, 55. Ну что, тут тоже закрыт? Тот был закрыт. Что-то произошло с кисетом, вообще непонятно. Поэтому попугать. А? О, киоска нет, раньше был, прикинь. Вах, какая шаурма. А? Моя сказала? Сказала. К шаурме? Волос. А. Ладно, идемте дальше. Так, подходим в наши габы, Настя стесняется снимать, но я сейчас говорю, бери телефон, потому что я так не могу выбрать. Да, вот наша ряба, с Украины знаю. Так, пошлите смотреть. Вот, курицы полно. Я не знаю. Курочки, вот, дай мне. Курочки домашние. Я не мотаю. Стейки уже готовы, шашлык, кстати говоря. Не, готовы я не хочу. Колбасы, фаш. Пошли, это говядина. Нам на ту сторону. Что, сало? А, да, не сало, это уже шкурки, можно так сказать. Вот, мякоть. Вот, мякоть свинины. Я потом приду еще. Вот это возьмем, да? Наверное, да? Нет. Жирный. Ну смотри, ну вот сверху 199. Это она. Она хорошая, но только сверху. А мы ее не брали, да? Что тут у нас еще подается? Филе индюшатина, дешевкина, вот сердечки, крылышки. Что хочешь? Сейчас будем выбирать и включимся. Проблема в чем? В том, что оно жирное, масса есть, ассортимент огромный, вы видите. Тут, наверное, отопление или вода, что-то такое. Кстати, сейчас договорю. Я хочу такое, чтобы не было сала, потому что мы такое не можем. Ну, Настя может, но я не хочу. Здесь, смотрите, остановка, укрытие. Сейчас покажу. Вот. Это если сирена, тревога, то можно зайти сюда, и это укрытие. Но мы туда не пойдем, потому что зачем нам туда идти? Ну да. Нас посмотрят как ненормально. Господи. Это, ребята, это я показываю просто свой район, а дальше мы уже будем выезжать в центр, в парк Горького. Сейчас переименовали это...
парк Центральный. Так что будете наблюдать. Тут тоже вон шаурма. А тут всегда была такая, сейчас уже другое. Тут были разные названия. Ну вот, могу вам даже сказать. Шаурма с курицей 100 гривен. Стандартная 160, большая. 100 гривен это 2 евро 50 центов. Это стандартная. Большая 160 это где-то 4 евро. Да, 4 евро. Вон выбор сигарет, цены. Может, кому-то интересно. И вот эти одноразки. Я их не хочу, потому что у меня от этого тошнит. Это вообще отрава. Настя, ты заказала? И еще, наверное, с ним надо. Это наш троллейбус. Проезд, кстати говоря, в Харькове бесплатный. На все виды транспорта. На автобус, на маршрутку, на троллейбус. На трамвай. Или трамвай. Кстати, не знаю, сейчас на трамвай ходит или нет. Энергетики. Курс евро к гривне 40 гривен за 1 евро.